Пиратство – это, конечно, разновидность воровства, и надо его всячески ограничивать. Мне кажется, прав был Владимир Ильич Ленин, когда говорил, что искусство принадлежит народу. Я считаю, если человек произвел продукт, то он должен получать дивиденды от своего продукта. Я уже давным-давно пользуюсь Маком, а Мак, как говорится, ничего не дает бесплатно скачать. Допустим, когда я играю свои номера, и потом их выкладывают в какие-то сети, и потом люди это могут бесплатно скачать, мне только в удовольствие. Смотрите, вот люди старались там снять фильмы, это же огромные деньги, это куча задействован в этом народу. Я очень уважительно отношусь к пиратству, потому что пиратство является огромным промо-рычагом для любого артиста. Искусство принадлежит народу. Интернет должен быть открытым. И все это бесплатно должно быть, действительно, так и должно быть. Если ты что-то создал, ты имеешь право заявить на это свои права. Ты имеешь право это продать. Потому что эта идея, ты вложил всего себя. А нафиг нам надо это кино снимать, если мы пойдем работать на другую работу, если у нас нет возможности это окупить? Я всегда все покупаю. Почему? Потому что, ну, я могу себе это позволить, и для меня это принципиальный момент. Если мне что-то понравилось, я, естественно, плачу. Я считаю, что все-таки справедливо, если государство будет защищать права тех, кто что-то создает.